приветствую с вами Android. Android сегодня хотел рассказать о очень интересной и угарной игре, которая называется Cartoon Wire. В данной игре мы будем бегать вот этой птицей по различным уровням и пытаться пройти уровень от начала до конца. Давайте начнем со второго уровня и посмотрим, что она себя представляет. Игра обладает очень-очень прикольной графикой. Мне лично понравилась просто великолепно сделанная игра. Так, ну что, поехали, погнали, так сказать. Мы бежать будем слева направо. Изометрическая проекция будет, и графика достаточно милая, все сделано. Сейчас в этом сами убедитесь. Будем бегать и собирать различные монеты, которые здесь присутствуют. Сейчас загрузится данный уровень. Так, наконец загрузился. Как осуществляется управление? Все очень просто. С левой стороны мы управляем нашей птичкой влево-вправо, и мы помимо этого можем с вами прыгать и ускоряться. Собираем различные монетки, которые здесь присутствуют. Также различные животные тоже будут нам мешать. И в зависимости от того, как мы с вами пробежали данный уровень, в зависимости от этого нам дадут определенное количество кубков, которые тоже здесь присутствуют. Вот видите, они также разбросаны. Бегаем. Вот такой прикольный динозавр пытался нам помешать, но мы смогли его, так сказать, обойти. Будем вот так летать, планирую. То есть, когда мы подпрыгиваем и задержим кнопку, мы сможем, так сказать, планировать. Собираем, бегаем, снизу показано время, за какое мы с вами, так сказать, бежим. Уровень, как видите, меняется, какая-то лава, где-то бегаем, различные цветки будут возникать, которые тоже нам будут мешать проходить данный уровень. Динозаврики всякие. Офигенная игра, мне понравилась она, вот реально очень весело. Понравится как и детям, так и обычным людям, которым нравится данный жанр. Вот я наконец-то пробежал один из уровней. Вот мне дарим мне определенное количество звездочек, зависит от того, насколько я хорошо пробежал. Давайте попробуем пробежать уровень, который я еще не бегал. И посмотрим, насколько он сложен. Так, по поводу плюсов и минусов. Плюсом является красивая графика, удобное управление, милый персонаж, угарный юмор. В начале игры возникает заставка, в которой вы сможете насладиться всеми приколами данной игры. Обязательно советую посмотреть. И вот это третий уровень, получается, который я еще не играл. Минусов у данной игры я не заметил, сделано великолепно. Как жанр, по жанру сделано круто очень. Итак, какую оценку я данной игре поставлю? Поставлю, наверное, ей 4 с плюсом, она того стоит, потому что все в ней сделано офигенно, опупенно и охренительно. Вот. Вот такая интересная игра, про которую я сегодня хотел вам рассказать. С вами был Android Androidыч. Всем пока, до скорых встреч.